فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وولاهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. سهل أمورنا يا الله. Братья задали один справедливый вопрос. Мани Саид. Саид — это что такое? Да, кто такой счастливый человек? Счастливый человек в этой жизни? Он ответил: Ас-саиду ман татаваккаф анфасуху ва ла татаваккаф а'малуху. Счастливый человек по-настоящему того человека, который, когда прекращает дышать, остановится дыхание у него, но не остановится его амалов. То есть он покидает этот дунья, и он не станет как в живом, но остается что? Амалов. Это самый счастливый человек. И мы знаем хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Иза мат ибн Адам, ман ката амалаху илля мин салас». Когда сын человека умирает, его амаль отрезается вообще кроме трех вещей. Садакатун джария, ва ильмун юнтафау би, ва валадун салих ядуула. Садака джария — это что? Непрерывный, который постоянно дает тебе награда. Живой ты, не живой, всегда дает тебе награду. Ильмун юнтафау би — знание, болезни, которые пользуют это знание, распространялось, и люди пользуют и применяют это знание всегда. Валадун салихун ядуула — это что? Праведный ребенок. Это не валад, это не обязательно быть его сын. Может, он не мог воспитать сына, а воспитал внук. Может, праправнук, может, ну, не обязательно. Валад — это не только сын, только сын, а внук нет. Все, твой духом, потомство, праведный ребенок, который ты был причина, то, что он родился и он научился таухидом или Кораном, или это все для тебя награда. Вот это самый счастливый, братья, человек. Человек все, не дышит, все, его нету в живом, но есть его амали, есть высшие, которые дают ему дальше. И в Аллахе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит хадис, прекрасный хадис: «Ля ятиянна аля наси заманун кулубухум кулубуль ааджим». Наступит для людей времена, их сердца кулубухум, кулубуль ааджим. Ааджим — это который не араба. Даже он может быть араба, но его сердце не арабское. Почему? Потому что Аллах, азза ва джалля, говорит в Коране что? Коран арабиюн мубин. Он по-арабски язык. Фик. Как мы можем учить фик и знать фик? Через Коран, через сунна, через арабский язык. Все это не говорит то, что он владеет арабским языком или родился арабом. Но все знания, которые шариатсика, которые у него есть, которые в сердце находятся, они на основании шариата Аллаха и суннат Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть основание Коран и сунна. Это на какой язык? Арабский. Можешь, ты не владеешь арабским языком, но знания у тебя, все то, что ты делаешь, делаешь по Коран и сунна. И у тебя сердце, твое сердце не аджами. Аджами — это который не арабский. То есть твое сердце — арабское сердце. Вопрос не в язык и не вопрос не в род. Ты за арабское потомство или нет? Нет. Вопрос в твое сердце. Как ты принимаешь знания? Истинным как ты фильтруешь? Как через сердце заходишь? Принимаешь как есть или не принимаешь? Он пропускаешь через сердце все информации или нет? Самихна ва ата'на — слушаем и повинуемся или так? Есть араба, который ты говоришь: не, я не признаю этот аят. И этот хадис тоже мне не нравится. И не признаю третий. И начинает. Это кулубухум кулубу ааджим. Это говорят о киллати фикх, мало фикхов. Фикх — это понимание религии. Это не обязательно владеть арабский язык. Второй. Киллат ат-тарбия. Они не воспитаны. Они не воспитались на основании Корана и сунна.
Они воспитались на основании там тухом, или как дедушка уложил, бабушка, окружение. И говорит, ада тухом тоже. Ученые говорят, то, что их обичие. Они живут по обичаю, они не живут по обичаю, мусульманские обичаи. Один христиан, религиозный христианин, задали ему по телевизору в Египте. Их там 10 миллионов, 11, 12 миллионов. Населения много христиан. Арабы-христиане понимают Коранов, понимают хадисов. Некоторых из них, как говоришь, посланник Аллах, говорит, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда ты говоришь Аллах, он говорит, азза ва джаль, субханаху ва та'аля. Живет. Ему говорят, ты кто Бавера? Он говорит, Бавера, я христианин, а по воспитанию я мусульманин. Они ему говорят, как? Он говорит, я вырос среди мусульманин. Я вырос в мусульманские места и среди мусульман. Говорит, когда я стучу в стиэзан, прошу три раза, один раз, или это звоночек, один раз, ожидание чуть-чуть, второй. Когда я вижу старший, я по-мусульмански делаю, все делаю так, как делает мусульманин. А вера у меня христианство. Вот этому христианин в Египте так говорит. И субханаллах, смотришь уже мусульманин, он хочет жить как? Да, ему не нравится обычай ислам, ему не нравится воспитание мусульман, ему не нравится то, что можно кушать руками, отломать нет, ему надо вилка, ложка и ножик, он держит это слева, держит это справа, вот локти надо так положить, вот не надо, не так сидишь, так жмешь, там колено, желудок, басунна, это ему нет, это не подходит. Ему садись стоя пить, или там сидя пить, или этого, да нет, не подходит. Он хочет жить, как много раз я говорю, сейчас арабы хотят жить как где? Как в Европе, современный мир, штаны вот отпущены, это там, ананасы, как в Адоле сейчас, да, не как Аллю, может, да. И вот, хочет жить так, и потом, и умирает как кто? Сподвижник, хочет умирает праведник, а жить как не знаю кто. Поэтому, если ты хочешь умереть праведник, живи на этого. Хадис посланника Аллаха, «Ман аша аля шей, мата алей». Кто живет на какое-то либо положение, он умирает на этого положения. «Ман мата аля шей, буиса алей». И который, кто умирает на какое-то либо положение, он что? Юбас. Да, Аллах воскресит ему на это положение в судный день. Поэтому он будет, станет бред Аллаха на положение. Умер там с алкоголь, умер там, не знаю, с наркотик, умер с сигаретом, умер с музыкой. На этого ты умер. И бредешь бред Аллаха, на этого станешь бред него. Умер ты с Кораном, умер в руку, умер в сужуд, умер в сунна. Да, как недавно брат показывает, говорит, один делает дуа, о Аллаха, забери меня только в сужуд. Задает ему вопрос, а ты читаешь намаз? Он говорит, нет. А как ты хочешь умереть в сужуд? А упадешь, наткнешься, так лоб ударится и умрешь, это сужуд твой? Какой сужуд? Если ты хочешь умереть в сужуд, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к нему человек, говорит, я Расул Аллах, о посланник Аллаха, хочу быть с тобой в рай. Он что ему сказал? Аинни аля нафсика бикасрати сужуд. Хочешь быть в рай? Да, помоги меня. Он не сразу, я Аллах, чтобы он был в рай, все, ты в рай. А, приходит сейчас к хазратам, хазрат, хочу. Все нормально, решим. А, грехи, не могу держать пост. Набери, привози, все нормально, решим. Все, вопрос решим. Как подобие в одни места, которые приходишь, лишили тебя или что-то, принеси, все нормально, да? Нету, в религии ислам нету. Аинни аляна, помоги меня, с много сужуд, делай руку. Сказал, ты сужуд. Много сужуд делай, это попадешь, иншаллах, в рай, Мухаммад, салам. Фатима, ради Аллаху анха, пришел к ней посланник Аллаха, салам, говорит, я Фатима, я бинти Мухаммад, и'мали. О, Фатима, дочка Мухаммад, действуй сама, и'мали, делай свои а'маль. Фа инни ля угни анки мин Аллах. Шай, я бред Аллаха, ничего не могу тебе помочь. Помогать не могу тебе ни в чем. Сама делай. Читай намаз, будь на таухид, будь на истину. И в этот момент шафаат Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пусть Аллах дарует каждый из нас за заступничество Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и Кораном, и шахидом, и наши дети, и все, чтобы было у нас очень много вариантов и разные заступничества. И здесь, братья, кулубухум кулуб ааджим, наступят времена, валлахи л'азим, на сегодняшний день я смотрю, знающих людей, хафизов, араба, не араб, кулубы, они думают, я не знаю, чем они думают. Будет, братья, книга. Книга. Ты почитаешь ее, беру раз. И удивит тебя то, что ты откроешь, посмотришь автора этой книги, и оказывается, ты автор этой книги. Что за книга? Диан, твоя книга.
Каждую книгу мы смотрим, если что-то удивить или что-то там удивительное в хорошую сторону, в хороший смысл или проход, смотри, сразу возвращаешься к обложке, смотришь, что за авторы здесь. Если все хорошо, надо смотреть. А если все там плохо, там ни по логике, ни по этому, ты смотришь все равно автора. И типа смотришь. Так и так типа смотришь. Кто автор этой книги? И удивительно для тебя, что автор это ты. Ты писал эту книгу. Поэтому ученый говорит, «Фаахсин таалиф китабак». Хорошо пиши твоя книга. Там запиши то, что только тебе обрадует. Аллах Азза ва Джалла в Коране говорит, «Икра китабака, кафа бинафсика льяума алейка, хасиба». Читай твоя книга. И сам скажи, что ты заслужил на сегодняшний день. Умар ради Аллаху Анху, хасиба, хисаб, Умар ради Аллаху Анху говорит, каждый день хасибу анфусакум кабль анту хасабу вазину а'малакум кабль антузана алейкум. Делайте хисаб, каждый день делай хисаб. Пришел, читал намаз пред сном, утре читали или оставляешь на утро, да, на тахаджуд, лег по сунна, стряхнешь постель. Будем разговаривать о таких вещах, иншаллах, мы будем делать такие небольшие уроки для этого все. Рукой под головой, на правый бок, читаешь, что от тебя требуется, аят аль-курси, аман ар-расур, три последние сура, кафирун и так далее, зикр 33, 33, 34, и остановись чуть-чуть, 5 минут, что я сегодня сделал, кого я обманул, кого обещал не пришел вовремя, у кого отнял хак, кого я не додал, кого я слово сказал лишь хасибу. Делайте хисаб, кабля анту хасабу. Пока не встанете, говорит Аллах, и у вас будет хисаб. Хочешь, не хочешь, будет. Поэтому делай его сейчас. Потому что ты делаешь сейчас, возможно, завтра придешь к Исмаиле, к Султану, к Мухаммаду, скажешь, брат, прости за вчерашний день. Брат, я обещал, не сделал. Не пришел вовремя. Обида нету. Обида нету на меня. Вот приходите в этот день там. Я умоляю, фау. Малун, валя банун, илля ман ат Аллаха би кальбин салим. Тут день не поможет, ни дети, ни деньги. Там ты не вытаскиваешь, там пачка долларов, там скажи, брат, вот то, что я тебе сделал там, тут день, в дунья. На, даже отдашь ему все доллары, которые на этот дунья, он скажет, для чего? А? Ты в пустыне оказался, или где-нибудь там, в лесе, или где-то, где-то нету магазина, тебе дают там 100 тысяч долларов, говорит, на, реши твой. Какой реши вопрос? Дай мне глоток воды и кусок хлеба, мне это лучше, чем 100 тысяч долларов. Здесь, в этот дунья, ты попадаешься в ситуацию, где нету там покупать и продавать, не хочешь, тебе это не надо. Пришел тебе человек в пустыне, отдал тебе 15 айфон, говорит, на. И там нету симка в него, или он не заряжен. Для чего? Железка тебе зачем нужна? Там кусок хлеба. Даже Аллах Азза ва Джалла разрешил, даже мертвечина там. Если человека иттирар. Поэтому в тот день тоже не поможет. И здесь лучше подойти к братам, извиниться. Подойти к братам, сказать, я был неправ. Вот и здесь, брат, я хасибу. Икра китабака, кафа бинафсика льяума алейка хасиба. Читай твоя книга. Сам садись, читай и размышляйся. И потом, когда станешь, говорит Аллах Азза ва Джалла, есть и вторая, которая в сурат Аль-Кахф, Аллах Азза ва Джалла говорит, «Вакана л-инсану аксара шайин джадала». Больше всего среди создания Аллаха, больше всего, что? Кто любит спорить? Больше всего? Инсан. И в этот дунья спорит, и там спорит. И Аллах говорит, «Ха антум джадальтум анхум». في الحياة الدنيا فمن يجادل الله فمن يجادل الله عنهم ها يوم القيامة. У тебя сын был, дочка, жена, ты спорил. Она была виновата или он был виноват. Пришел, спорил, доказал, по логике, по понятию, все сделал. Все сделал, решил за него, да? В этот дунья. А в ахират? Кто может там доказывать из-за них? Никто. Поэтому в этот дунья лучше принести сын так за ушки, идем сюда, сыночек. Виноват? Да. Извинись, говорит дядя. Извинись, говорит братом. Признайся здесь. Потому что я там не могу тебе ничего помочь. Здесь я могу спорить, могу нанимать адвокат, могу звонить по связи, могу оплатить деньги где-то. А там нету, не действует все это, братья. Следующий шаг, Аллах Азза ва Джалла говорит, а? وَنَخْتِمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ
وأرجلهم بما كانوا يكسبون. نيت آية آية ونختم على أفواههم دا ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Тут день, Аллах смотрит, человек еще и там хочет спорить. Я не был виноват, меня там потянули этого, меня объяснили этого, меня того, на кого-то хочет опять скидывать от себя. Аллах говорит, ванахтиму аля афам, схватит уже, затыкаем их рты, все, не говори, нахтим, как будто его нету. А? Ваташхаду алейхим, а? Ай, альцинатум, что? Айдихим, айдихим, варджулухум бимакану, айдихим, рука будет разговаривать, ноги будут разговаривать, части тела будут разговаривать. Чем ты занимался, какой грех ты совершил, поэтому там и будет разговаривать. Поэтому, Аллах Аль-Азим, братья, пока не поздно в этот дунья, там зулм. Про зулм, иншаллах, сделаем небольшой урок. Один из моих учителей в Лондоне, он сейчас находится, он говорит, я был в мечеть. Он чуть-чуть английский владеет, и у него бревочек был. Он говорит, подошел ко мне человека. Человек, видно бы него то, что там жил хорошо всегда, но сейчас видно бы него то, что уставший. Приходит к нему, говорит, я шейх, да, у меня есть маглама. Я поступил неправильно за человеком. Как меня это найти? Как делает правильно все это? Еще, как шейх, как раз разговаривал, доктор Хазим, разговаривал про этот вопрос, зулм. Он ему говорит, а что рассказывай? Он говорит, я хозяин был несколько там компаний, фирмы, компании, вот это все у меня были, я владел. Он говорит, забрал, как обычно, везде забирает кто на работу? А? Свой родственник, свой тухом приближенный. Владеет он это, не владеет, умный он или тупой, они забирают все вокруг. И забрал вокруг себя вот так. Он говорит, возвращаясь, очень хороший бухгалтер был с Пакистаном, мусульманин. И мой двоюродный и троюродный с ним начал спорить. И я приходил, а мой двоюродный говорит, он там повещал на меня голос. Он говорит, хоть я этот человек воспитанный, читающий намаз хороший. Он говорит, я взял и побил ему один раз. Дали ему по лицу один раз. Этот человек упал и вот такой дуа делал. Аллахумма азилляху фиддарай. О Аллах, унижай этот человека в обоих миров. Он говорит, сразу у него были, он говорит, у меня было двое сыновья. Младший сын очень хороший, послушный. Старший сын вообще ни о чем. Он говорит, Аллах, и там у них по закону там надо оформить имущество на кого-то. Не надо оставить после смерти, наследство. Он говорит, я оформил на младший сын, и поговорил с ним, сказал, если что-то со мной случится, отдай твой брат его хак. Но брат нельзя сейчас отдавать ему в руки ничего. Может, иншаллах умный. Он говорит, и младший сын умирает. Мне сразу после этого. Он говорит, все по закону приходит на кого? На старший сын. Он говорит, и старший сын взял деньги налево, направо и выгнал меня из этого все. Он говорит, вспоминал то, что у нас была квартира в район, где эта мечеть, где мой шейх. Он говорит, я на улице оказался, собрал свои вещи и пришел в этот квартир. Он говорит, мечеть на сегодняшний день помогает мне на лекарства. У него и давление, и сахар, все после этого. Он говорит, у меня все. Он говорит, я видел уже унижение в этот дар, в один из этих миров. Он говорит, ну я боюсь унижения там. Решение какое? Он говорит, подними шейх ему, говорит, подними бухгалтерию. Найди этого человека, его адрес, родня. Ищи из этого человека, ты должен извиниться пред него здесь. Пока этот человек недалеко от тебя, брат мой, пока этот человек, который мы обидели, недалеко от нас, лучше сейчас решить этот вопрос, если ты где-то не прав. Чем он туда и поедет, у тебя возможность не будет, и потом ты будешь искать, у тебя нету бухгалтерии поднять. У тебя нету за что, ни за что зацепить. В этот дунья, валлахи, книга, которая у тебя, которой ты ее автор. Самый лучший ее делает так, чтобы ты был саид, как я в начале хутбы сказал. Самый настоящий счастливый человек, который когда прекращает что? А? Дышат. Не прекращается что? Его амалев. Вот это самый счастливый человек. Просим Аллаха, аззаважали, чтобы он даровал нам, братья, болезненные знания, которые после нас будут. Просим Аллаха, аззаважали, чтобы он даровал нам возможность делать садака жария. Просим Аллаха, аззаважали, возможность, чтобы он сделал из наших детей, наше потомство салихин, яд'у лана ба'да аль-мамат, чтобы они сделали дуа за нас после смерти. Просим Аллаха, аззаважали, чтобы он оживил нас только на таухид, умертвил нас только на таухид, وابعثنا يوم القيامة على التوحيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى
اهتدى وأراد الهدى. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم إنا تركناهم وضيعناهم وخذلناهم، فلا تتركهم ولا تضيعهم ولا تخذلهم. اللهم عليك بمن عاداهم وبمن وعليك بمن ناصر من عاداهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم نصرك العاجل غير آجل يا رب العالمين. اللهم أرنا في الأعداء يوما أسود كيوم عاد وثمود. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، صلاة على رحابه ووقفة على أعتابه. اللهم استحفظنا كتابك وارزقنا ختمة في كتابك، ختمة لكتابك في المسجد الأقصى، وارزقنا اعتكافا في المسجد الأقصى، واجعلنا من أهل المسجد الأقصى المباركين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وإياكم.